В Национальном архиве Узбекистана и в Национальном архиве кинофотофона документов Узбекистана хранятся документы, касающиеся именно истории Нового года, видеохроники, как первый снег, новогодний праздник и вид новогоднего сезона, телефильм «Новый год». Очень интересно. Будем смотреть по истории Узбекистана, как вообще начали справлять Новый год и первые обычаи наряжать елку. По источникам видно, что впервые новогодняя елка для учеников всех четырех ташкентских русско-узбекских школ была проведена 30 декабря 1888 года в доме Сейдгани Сейдазимбаева, в котором размещалась одна из школ. На елке все учащиеся получили подарки со сладостями, книги с красочными картинками, в том числе сочинение Льва Толстого «Чем люди живы» на узбекском языке. После праздника все украшения елки были разданы ученикам младших классов. Но если мы будем смотреть именно архивные документы фонда 837, описи 32, единицы хранения 7300, то мы можем увидеть подлинные постановления Совета министров Узбекской ССР. И по документальной хронике мы видим, что впервые в Узбекистане начали праздновать Новый год с 1 января 1947 года. Протоколом видно, что вот постановление Совета министров Узбекской ССР от 11 декабря 1947 года, номер 1987, о производстве елочных украшений, игрушек и заготовке елок. Именно интересен момент, что уже начали в масштабном количестве по всей республике изготовлять игрушки, елочные украшения. Совет министров постановляет обязать указанные ниже министерства и организации изготовить до 25 декабря 1947 года елочные украшения, игрушки стеклоелочные, игрушки ватно-елочные, Деды Морозы, деревянные и металлические игрушки, пакеты с подарками, записные книжки с надписью «С Новым годом», игрушки ватные, флажки цветные, орехи золоченые и прочие игрушки. Здесь указываются суммы, количество и из какого материала и какие заводы должны по какому количеству выпускать данные игрушки. Вот, например, завод 191, товарищ Файзи, не менее 1200 комплектов елочных украшений по 20 стеклянных изделий в каждом и не менее 1000 штук елочных стеклянных гирлянд. Законов, указов президиума от 1938 до 1956 года на странице 377 и 376 есть
указы и объявления. Во изменении указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года считать день 9 мая рабочим днем, а день 1 января, новогодний праздник, считать нерабочим днем. Вот такие интересные факты. Средства массовой информации обширно освещали новости тех времен. В газетном фонде Национального архива Узбекистана можем увидеть газетный фонд «Правда Востока» от 1947 года. В газете от 24 декабря 1947 года номер 251 мы можем увидеть объявление: «Ташкентский горисполком подготавливает новогодние вечера для детей дошкольного и школьного возраста. Большие елки будут установлены на площадях Пушкинской, Бешьягачской и у Дворца культуры текстильщиков на Ходре и возле вокзала. В сквере и на Ходре организуются базары елочных игрушек. Ларьки на этих базарах оформляются в виде сказочных домиков, избушек, книг». Есть статья за авторством Анны Карабаевой «Новый год, новые победы», которая отображает анализ проведенных работ. Здесь есть такие слова, что, например, «Наша великая Родина вступает в новый 1948 год в ярком сиянии подъема, завершающийся второй год послевоенной пятилетки». В каждом номере газет были подготовлены новогодние материалы. Мы обратим внимание на материалы от 1985 года «Правды Востока». Среди аналитических материалов также есть юморинки. Здесь карикатуры под Новый год и юморинки вот на такие темы. Давайте прочтем. «Водная феерия. В квартире не было нужды в воде, лишь кран бездействовал, а так текло везде». Вот такие вот с морозинкой такой. Юморинки тоже публиковались, имели в себе какую-то долю сатиры, критики того или иного времени. Сейчас находимся в Национальном архиве кинофотодокументов. Здесь хранится более 300 тысяч единиц хранения разных документов. Это кинохроника, фотодокументы, фонодокументы. Здесь очень много фотографий того времени. И вот что интересно, в то время дети какие маски одевали, скажем так, какие одевали новогодние наряды, костюмы, проводились карнавалы, как наряжался Новый год сам Дед Мороз или Корбабо, Коркыз, как у нас называется. На фоне исторических и мемориальных памятников, как праздновали новогодние вечера и сфотографировались с Корбабо, именно с Дедом Морозом, и как разукрашивали, может быть, не так уж, скажем так,
очень нарядно, как в наше время, но своеобразно, исходя из экономического состояния того или иного города, все-таки ставили городские елки в центрах городов, районов. И здесь уже с Дедом Морозом, с Куарбабо, с Куаркос тоже фотографировались. И эти фотографии тоже хранятся в архивах Узбекистана. Центром новогодних праздников всегда являлась столица Ташкент, и в разные годы центральную елку ставили в различных местах. Но в основном после независимости елка начала занимать место на площади Мустакали. В 2021 году место елки изменилось, центральной елки. Она была переведена в парк Новый Узбекистан. Которая написана в газете, мы можем увидеть, что накануне торжества они стараются раздать долги, не давать деньги взаймы, простить обиды, подвести итоги уходящего года, построить планы на наступающий год. Как в газете указывается в одной статье, есть интересная традиция разбивания старых треснутых тарелок, которые имеются в доме. Как вы знаете, есть суеверие, что тарелка треснутая уже не кушают, это плохо. И узбеки верят, что такой ритуал, разбить треснутую тарелку, может поможет избавиться от несгод и неудач, которые были в старом году. И еще в одной статье указывается такой факт, что у народа Узбекистана был такой обычай, может быть, он и сейчас есть в каких-то семьях, поедание 12 виноградных ягод. Под каждый удар курантов они съедают по одной виноградине и загадывают желание того, кто успеет осуществить эту процедуру, когда вот бьют куранты Ташкента, ждет исполнение загаданного в наступившем году. Или хотя бы часть. Чем больше загадаешь, хотя бы часть, говорят, исполнится. Яхши ният, ярым даулат. Главное что? Главное за дастарханом или же в кругу семьи – это смех, радость. Люди веселятся, все-таки встречают Новый год, забывают обиды за все старое и надеются, что в новом году будет еще больше исполнения желаний. И пользуясь случаем, мы с нашей творческой группой телеканала «Дунья Буйлап» поздравляем наших соотечественников, наших зрителей уже с наступившим Новым годом, пожелать всем мира, добра, благополучия и процветания.